Друзья, все, последние часы я здесь, получаю кайф, поднялись на последний этаж, бассейн, никого нету, все, значит, мы можем тут остаться с Филиппом. Если нас не выгонят, то детям нельзя, у них, видите, нижний бассейн свой. Специальный в доме, тут и лежаки-то какие поставили, мягкие. Такие вот, видно, да? Короче говоря, мягкие. Вот, сейчас Рику позвонила. Сказал, что вся машина у меня грязнющая была, помыл, потому что там же у нас дорогу ремонтируют, я уезжала. И говорит, это ужас, пылище было, он перегонял их там куда-то на другие улицы, чтобы убрать с дороги-то. И все, говорит, отремонтировали. Вот сегодня с Нелли не пошли на парусный спорт, потому что что-то она встала утром, ей было плохо. Говорит, голова закружилась. Я говорю, еще чего не хватало? С чего это она у тебя закружилась-то? Ну и все, потом днем-то, говорит, что-то подташнивало ее. И, видимо, она какие-то вчера конфеты съела, купила в этом магазине. Окса тут есть, как 7-Eleven. И, видимо, это не очень краситель там или что было. Тоже как вот их отучать от этого. Прямо все равно иногда покупают. Хочется вкусненького. И вот это вот вкусненькое, все это химоза. Ну и все, и вот что-то ее как-то мутило. Она говорит, сейчас если пойду, там жарко будет, еще же укачивает. Я говорит, боюсь, что вырвет и плохо ей будет. И поэтому не пошла. Хотя она старается, конечно, не пропускать. Ей очень нравится. Вот, потом приеду, у нас у Рика, у мамы юбилей. 80 лет ей, представляете? Будем отмечать американской семьей день рождения. Потом сын у Рика приедет. А потом мы поедем в Аризону на 2 недели. В общем, вот такие планы. Филипп телефон взял. Сейчас тут будет опять YouTube свой развивать. Танцы сейчас будут у нас. Ты сильно, ты не прыгай, чтобы тебя камера не видела. А то сейчас нас быстро выгонят. Так, я пошла покупаюсь, пока нас не выгнали. Кайф получу. Друзья, мне пришлось возвращаться раньше. Я хотела с Мексики улететь попозже, на 3 дня. Но Рик сказал, нет, возвращайся в определенное число, потому что у нас у мамы 80 лет день рождения. Я подарила ей вот этот шарфик шелковый, который я привезла из Бишкека. И Рик сказал, маме не надо никакого подарка, у нее есть все и даже больше. И я подумала, такой эксклюзивный подарочек будет самое то. И оказалась права, он так ей понравился. Приехали на день рождения. Это Санта-Роза, где Людочка жила. Пришли в ресторан, и еще ничего не готово для нас. То что, прямо все в крестах. Какой интересный ресторанчик. Много раз я проезжала мимо него, когда к Людочке ездила. Веселуха тут! Так орали, что не слышно было, кто что говорит. Громко. Вот такой ресторанчик, смотрите, какой классный. Ахай! Видите, какие на позитивчике. Раз, помахал мне в камеру. Сейчас подошла там к углу, в туалет пошла. И там, представляете, фотографии молодого человека, поминки, что ли, 23 июля умер. Спортивная форма лежит, все, короче, мы день рождения отмечаем, а там, в другой стороне, поминки. Спасибо, Рика!
что там танцуют люди-то. Ой, для меня рок — это вообще такая музыка тяжелая, так же как опера. Намывает свою машину парень. Видите, кто в пижамах пришел, кто в чем. Только встал и пошел в центр. Так, вот такая тут статуя стоит, какие-то слова написаны. Логия. Не пойму, что тут написано. На китайском. На каких-то языках папайя. Всякая ерунда, короче. Смотрите, какие тут деревья хвойные, красивые. Прямо вот красные деревья. У нас до сих пор идут строительные работы здесь. Посмотрите, все полируют, чертят, выравнивают до идеала. Вон, что видите, прямо как стараются мужики, укладывают. Сейчас не ехать будем, а как будто бы лететь над дорогой. Ну, не будет чувствоваться ни одной кочки. Долго делают, долго, мне кажется, месяц, если не больше.